Приближается время цветения амброзии полонолистной. Я, как представитель управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю Республики Адыгея, убедительно призываю жителей города, землесобственников и землепользователей обратить особое внимание на карантинный объект амброзию полонолистную. Необходимо в ближайшее время обследовать свои земельные участки, при обнаружении карантинного объекта амброзии произвести ее либо прополку, либо механическое удаление.